О, пасочки, вы уже тут? Бро, если ты всегда хотел играть в GTA San Andreas по сети, при этом не иметь на своем компе ни читов, ни вирусов, ни стилеров, ни прочей хуйни, то тогда ты попал именно на это видео, брат. Все, сейчас тебе тут в этом видео все расскажу. Маленькая рекламка, и мы начинаем. Смотри внимательно и поставь лайкосик. Эй, бро, а ты хочешь себя попробовать в роли администратора на каком-то проекте, но на какие-то ебанутые жесткие проекты тебя еще не берут, потому что мало опыта? Тогда вот я тебе посоветую сервер и проект, на котором ты можешь в принципе потренироваться. Это Malibu Roleplay. Заходишь туда, пишешь на сервере /admin 2019 и получаешь халявную админку. Также ты можешь ее купить. Все там что-то типа тыры-пыры. Пасечки, на сервере также присутствуют мясные копты и множество интересных развлекательных новогодних квестов. Так что айпишник будет в описании, и вся информация также будет в описании, бро. Заходи и попробуй себя в роли администратора. В общем, пацаки, сейчас мы с вами на том этапе, ну как мы. По крайней мере, я на том этапе, когда вот только винду переустановил, все красиво на компе, все чистенько, я думаю, блять, у меня нема ни простой GTA San Andreas, ни самого мультиплеера, ни хуя у меня нету. И самый лучший вариант для меня и для всех вас, и самый безопасный, пасочки, варик, это, конечно же, Аризонка. Сайт будет в описании. Переходим на этот сайт, и тут просто, ну, вот так вот реально все простенько и красиво. Кентику сегодня, да, ебать, братик, ты на Аризонке сейчас будешь пилить. Ва! Короче, начать игру нажимаем. Ну, реально, все очень просто. Вот все, как начать игру? Шаг первый, тупо скачать GTA San Andreas. Тыцаем. Фух, у нас уже пошла скачка GTA San Andreas. Все, дальше показываю там что-то это. Вот, после установки GTA San Andreas скачиваем сампик. То есть пока качается у нас первое, ребята, мы качаем второе. Фух, качается уже сампик. И после того, как все скачается, покажу, как установить, куда лучше установить без нагрузки на компьютер. И мы перейдем к списку серверов, и я покажу, на каком сервере сейчас буду шпилить. Шо, кэцики, теперь мы видим, у нас скачалось два файлика, у всех GTA San Andreas Zip и сам 037, это сам мультиплеер. Для начала нам надо установить сам GTA San Andreas. Показываем его в папочке, джинк два раза шлепаем, и вот есть просто сетап. И все, и не паритесь, просто сетап. Два раза тыснули и пиздец. Ну что еще может быть, блядь, проще, брат? Запустить. Пацаки, давайте сейчас типа так договоримся. Я сейчас покажу, как все делать, типа, красиво. Ну, без объяснений, без всех. Ну, типа, ну я выкупаю, что вот так вот охуенно будет. Ого, реально. Все, и типа поехали. Короче, далее. Никогда не устанавливайте игры и прочие программы, типа, вот такие какие-то, типа, ну, неинтересные, на диск C. Всегда устанавливайте на диск D. Вот, блядь. На диске D всегда будет охуенно вашей GTA-шечке. Все, далее. Русская версия, конечно. Далее нажимаем установить, и все, и пошла, грубо говоря, установочка. Мы уже, грубо говоря, короче, полноги у нас уже в сампике. Ждем, пока установится. Так, установка у нас, братва, завершилась. Наш, блядь, тыц завершить. Все, помним, у нас еще есть второй файлик, самп install. Также его показываем в папке. Нажимаем два раза, тыцаем, запустить, соглашаюсь. И указываем путь к нашей GTA-шечке. Помним, что охуенно ей где? В пизде. На диске D, правильно. Переходим к мой компьютер, диск D, GTA San Andreas, окей, install. Все, ну все, чип, все, вы в сампе. Вы, пацаки, в сампе, все, бля, охуенно. После этого вы заходите на рабочий стол, а там нихуя нема, и вы такие, блять, наебали. Ну не, пацаки, вот сюда вот заходите, в пуск, чисто пускуете, все программы, ну тыцаете реально все программы, и вот есть прям вот, ебать, San Andreas мультиплеер, берем. Вот эту вот хуйню зажимаем мышкой и тянем, ебать, куда хотим. И вот она там уже. Два раза тыцаем, все. А нам осталось ввести свой ник. Добавить IP нашего любимого сервера Arizona Chandler. IP, кстати, есть в описании. При регистрации, братик, ты можешь ввести мой ник. Он вот такой, выкупай, смотри. Гантел. Тупо нижнее подчеркивание Asher. И если ты его укажешь при регистрации, ты получишь за это 250 тысяч. И также мой промокодик Чикимони. Все есть в описании. Заходи, смотри, пользуйся. Пол лимона ты получаешь за все вот эти вот функции. Охуенно. Итак, где ж нам взять IP? Кроме как моего описания, братва, у нас также есть вот список серверов. Можно нажать сюда. И мы выбираем такой сервер. Мой любименький, мой самый, сука, именно, блядь.
лучший сервер, нахуй. Это Arizona Chandler. Вот IP-шка есть. Она в описании еще есть, пацочки. Короче, сервер. Это сервер. Ченг, все. Arizona Chandler. Ролл-плей. Как бы гантелька Ашер на месте, все красиво. Заходим в игрушечку. Вот мы зашли на Аризонку. Ого, ебать, а что с мышкой? О, да, ну это, пацаки, это стандартная сборка. Но тут нету, блядь, никаких вообще хуев, делов и прочей хуйни. Бля, ну с мышкой, конечно, это пиздец. Ого, и такое еще аудио, ёб твою мать, блядь. Да sometimes, today and every day, блядь. Пацаки, по настройкам. Тут вам нихуя вообще не подскажу. Каждый индивидуально под себя выбирает, как ему интересно. Кто как хочет, так и дрочит. О, ну хоть уже что-то более-менее. Все, ну, тут у нас нету ни консоли, нихуя вообще. Пацаки, это чистая сборочка. Тут ни вирусов, ни читов, ни стилеров. Вот как бы так вы можете и играть. Вот, ну а там уже каждый для себя подбирает сборочку. Опять же, выбирайте сборки, но при этом пользуйтесь всегда антистиллером. Запомните, у вас всегда должен быть с собой в кармане вот так вот лежать. Вот тут у всех Defile Original. У вас вот тут в кармане должно всегда лежать вот так вот, ебать, выкупаете, тупо антистиллер, вот так вот, если шо, так вот, только сборочку качаете от такого-то ютубера, сразу вот так вот в карман, ебать, опа, антистиллер, ту-ту-ту-ту, привет, ебать, и все, и сразу все выкупается. Ну шо, пацочки, а я пойду сейчас качать сборочку какую-то интересную, чтобы пошпилить сегодня с вами на стримчике. Уже на этом канале у меня открыты стримы, все будет классно, все охуенно. Братва, качайте, присоединяйтесь, Arizona Chandler, здесь я администратор. Я за этим сервером как бы слежу, стараюсь, чтобы тут все было красиво, никого не наебали. Потому заходи и играй вместе со мной, брат, это охуенный сервер. Так что связь, бро, как бы, блядь, скучал, меня долго не было, на это были причины. Как бы, чтобы все их выкупить, можно мы Инстаграм подписаться. Ссылочка будет также в описании. Все, братик, до связи. Обнял, ебать, до хруста.